Вижу, Ольга Львовна, моя коллекция импрессионистов и дореволюционной литературы вас не заинтересовала. Даже не знаю, чем вас развлечь. Может, водки хотите? Валентина Асеева, «Волшебное слово». Дорогие друзья, «Смак» на Первом канале. Доброе утро. У нас в гостях сегодня легенда мирового вокала и эстрады Николай Гнатюк. Доброе утро. Доброе утро, дорогой Николай. Расскажите, пожалуйста, что сегодня мы с вами на нашей кухне, светлой, чистой, радостной, искрящийся будем готовить с вашей помощью. Добрый. Да, Ванечка, ну готовлю-то я так себе. Но... До свидания, Николай. Там было но. Но специально к вашей программе я, конечно, очень готовился. Так. И вот, Ванечка, будем готовить мы пирог. Представь себе. Пирог. Неожиданно очень, я понимаю. Так. Пирог. Вот видишь, курага здесь. Курага и чернослив. Вот это будет такой пирог. Такой пирог и рыба. Почему-то я... Ну, знаешь, я то, что люблю, как бы, то, что ем, ну, вот рыбу, да, в основном. И вообще... Николай, означает ли это, что вы, как бы, так сказать, следите за тем, что вы едите? То есть, как Ванечка, бы вы... вот слово такое «следите» может быть не совсем точное, но я осознаю, да, что я ем, и так, если это не очень нескромно, то, в общем, как бы очень простую пищу и такую натуральную, и вообще, на первый взгляд, никакую. Давайте. Значит, да. У нас будет пирог, у нас будет рыба, которую мы будем просто обжаривать, да? Ну да, простенько. Простенько так. Там вот с маслицем, я вижу. С маслицем, да, муке, такая простая мучица. Да. Ну давайте мы же сначала перейдем к пирогу. Но прежде чем мы перейдем к пирогу, я знаю, что приготовили вы нам сухофруктов. Да, есть у нас напиток, сухофрукты. Напиток. Да. Вы любите компот из сухофруктов? Именно компот. Мне кажется, что компот из сухофруктов – это напиток, который долгие годы... был визитной карточкой напитков в школах, в детских садах, в армии. В пионерских лагерях. В пионерских лагерях. Вернемся, Ваня, в нашу юность и наше детство. Да, в нашу юность и наше детство. Для этого, друзья, значит, мы заливаем воду в чайник для того, чтобы ее вскипятить. Давайте тогда перейдем к пирогу. Насколько я знаю, Николай, вы решили воспользоваться тестом, которое можно приобрести в магазине. Правильно я понимаю? Ну, так, в общем-то, всегда и делаем. Ну, если вообще делаем. Слушайте, ну давайте называть вещи своими именами. Когда-то было время, когда приходилось все это. Да. Заранее. Я помню, мама вот так вот месила. Да. И что? И нам нужно Ванечка, его... раскатать как-то, но это ты, наверное, как-то более дружелюбно сделаешь. Будем раскатывать тесто, да? Вот это слоеное или обычное тесто, Николай? Я слышал, что слоеное. Вы слышали слоеное, значит, так и есть. Я когда покупал, женщина говорит, смотри, слоеное, я покупаю тесто. Смотри, Гнатюк-то по слоеному. Да, я сразу так мастер. Думаю, слоеное. Слушай, ну вы готовите вообще? Нет, Ванечка, нет, я, к сожалению, не умею готовить, и мой сын совершенно не умеет готовить, а жизнь меня как раз поставила в условие, что это нужно делать. И поэтому очень простые какие-то вещи. Может, много, да? Мы сейчас все отрежем. Вы же в прекрасной форме, Николай. Вот я смотрю на вас. Ванечка, вся проблема, однажды одна певица такая, ну, уже боюсь это имя называть, какие-то скандалы происходят. Говорит, как ты какой-то секрет знаешь, ты не меняешься. И я ответил автоматически, случайно, что говорю, как, никакого секрета, я всегда голодный. Да? Это в этой же передаче, да, об этом говорили? Да, мы... Сюда привезли таких, да, приглашают? Наша программа называется... Первое время называлась «Голод не тетка». Подождите, закипел чайник? Вскипел он. Вскипел. Давайте мы сделаем. Здесь, да. Зальем вот этот самый... Из сухофруктов. Из сухофруктов. Вот смотрите, просто заливаем. Ничего не делаем. Заливаем. Кипятком. Накрываем. И знаешь, почему-то у меня мысль, вот эти сухофрукты, у меня такая мысль вдруг, что должны быть те, которые, где мы живем. Вот растут, где мы живем. Это... Вот у меня какая-то вот сейчас мысль, это связано... Это говорите вы, человек, рожденный в замечательной стране, Украина. А вот это с украинским акцентом таким, и воспоминаниями детскими. А что, кстати, из украинской кухни вы любите? Ванечка, ну примитивно, но борщ. Что такое примитивно? Ну, попробуй хороший борщ сделать. А какой вот, кстати, борщ? Простой борщ, Ваня, вот если ты так вот позволишь на простой этом настаивать, борщ. Да. Значит, смотри, что я предлагаю, дорогой Николай. Я предлагаю сделать следующее. Пироги пирогами. Неужели борщ? Да, давайте сделаем борщ. Причем простой, берем, значит, сильно простой. Я предлагаю вам что сделать, смотрите. Простынька такая, ничего. Или простыня, как правильно по-русски. Ничего, такая небольшая. Вот и хорошо, Ваня. Вот. Так, все. И что? Это все туда прямо кладется. Да, прямо так кладется. Прямо вот так вот раскладывается. Хаотично. Может даже, да, чем больше, я так слышал, тем лучше. Да что вы говорите? Да. А давайте мы... Это такой украинский тоже акцент. Давайте мы букву... Чем больше, я предлагаю лучше. Сделать так. Давайте мы букву «Н» вот выложим.
М, И, И. А вот, например, если НГ выложить, то получится Новый год. Новый год тоже неплохо, видишь? Вот смотрите. И тогда И Новый год. И еще здесь, Ванечка, и будет. Да, смотрите. Будет супер просто. А, кстати, вот мысль такая, вот содержание, которое мы вкладываем, вот он, шутим, да, очень важно. Даже если это буквами, то это так и будет. Мысь, да, Ванечка? Да, я с вами согласен совершенно. Мысь, которая, допустим, владеет человеком, он делает эту еду, эта мысль обязательно будет присутствовать. И очень важно, когда мы едим, чтобы атмосфера была очень добродушная, чтобы очень была... А вы верите в то, что еда вообще вот с едой передается, энергетика, что вот это Ванечка, все... полностью программа, полностью, которая окружает вот эту еду, она помимо того, что она выросла, там имеет все составные эти части, обязательно невидимую еще часть имеет. Обязательно, Ваня. Я вот, в общем, вот так вот. Хотел тебе комплимент, правда, сказать, но потом подумал, не что... надо мне делать. Не надо. И так все понятно, да? Многовато будет комплиментов. Так. Вот смотрите, мы делаем... Вот такой вот. Смотрите, какая начинка у нас. Да, и узор так. Просто. Узор получился. Да. Вы видите ваши инициалы? Да, ну ясно, Ванечка. Николай Игнатьев. И только нет, Ваня, ну поставь здесь И. Давай я поставлю. А, И это что будет означать будет? Иоанн это будет. Иоанн? Да. А-а-а. А как ты думаешь? Это в смысле... Ну, в общем, да, да, смотри, вот так вот. Смотри. А черненькое такое, поставим, это буква И. Да, подождите, вот, вот так вот. Давайте тогда поближе мы сдвинем, чтобы просто... Вместе, чтобы вот, все было. Вот. Да, я как-то тебя отдельно. Ну, мы же так одно целое. Знаете, если честно, неважно, мы все равно это сверху накрывать будем листом. Ну, внутри все равно там внутри заложено, мы будем знать, что будет. Дружба. Хорошо. Да. Расскажите тогда, пожалуйста, кроме борща, какие, дорогой Николай, продукты, какие блюда вам? Вы же... Ванечка, очень любил я черешни кушать, которые еще не успели там красными. У нас около дома так росли черешни. Я все время следил, так в этой раньше должно быть уже появиться. Не спелые черешни. Не, почти. И вот я знал, что в этой будет раньше, это чуть позже. Я так по очереди все это. Но... А за вами не бегал ли сторож веселый с двустволкой? Вот сейчас я про сторожа расскажу. Расскажите. Потому что черешни это были наши. А сторож, кстати, но без двустволки, слава богу, это когда мы рыбу ловили. А рыба... Колхозный этот, как его там, пруд? Пруд, да. И, конечно, там не разрешали. И мы как-то с моим другом прямо в 6 утра, мы вообще-то решили, что в 6 утра вообще никто не встает. И мы в 6 утра... Вы с вашим другом? Да. Сколько вам было? Ну, наверное, лет 7-8, вот так вот, наверное. Ну, может, 10 даже. Так. И вот мы на этот пруд с удочками все пришли, тихо, никого нет. И вдруг появляется над нами там какой-то мужской здоровый голос. А, ребята, это вы. А вдруг у меня был такой очень хороший. Он сразу вплавь и на ту сторону. И вдруг сразу на ту сторону. Сразу, так говорит... многие друзья. Нет, ну, подожди, Ваня. Так бывает. А я остался и говорю, да, ну что? А, ты там, у тебя отец, ну там, не знаешь же все друг друга. Отец там был, типа, ну, не начальник, но там такой. Да. Вот. Ему, а, какие, как детей воспитывают, все ясно. И я уже, да, ну вот, сейчас мы будем родителям. И вдруг мы это все слышит и понимает, что я уже пойман, и он возвращается, Ваня. Друг вернулся. Так, говорит, ну я тоже вот, тот ему возвращается, типа, я тоже знаю, он вернулся. И он нам говорят, этот дядя говорит, что, ну мы родителям можем не сказать, но вам придется работать неделю, я не знаю, как на русском, вот, тик по-украински, где зерно свозят. Да. Ваня, знаешь, я друг грусти чуть-чуть, но именно там за это время я одну девочку, там солдаты возили, знаете, ну, значит, на грузовиках. И вот среди этих солдат был какой-то капитан, начальник их. А он приехал на это летние работы с девочкой маленькой, своей дочерью. И тут-то вы влюбились. И представьте, Ваня, я не знаю, что это было. Я так как-то привязался к ней. И вообще это было невозможно. Но я впервые вдруг понял вот эту жуткую печаль, когда я прихожу там, ну, туда, на этот ток, уже не как рабочий, просто там такой свободный человек. Надо. И мне говорят, Ваня, может быть, 10 было, подожди. Да, подожди. И вдруг мне говорят, они уехали. Это был какой-то ужас. Как уехали? Как? И вот так я один. И что, и больше никогда вы не видели? Никогда в жизни больше их не видел, но я помню эту жуткую печаль. Жуткое одиночество. Послушайте меня. Вы очень тонкий душевный организатор человек. И это потом видно в вашем... творчество, вот это посредством. Но мы хотим вам сделать подарок. А нам? Мы нашли ее. Ваня, я знал. Ее отец был военным. Да. Это Светлана Аллилуева. Могла бы быть, но это не она. Это другая история. Но мы потом, это другая история совершенно. Так, Николай, я хочу вам... О, смотри, пирог ты уже... Как подождите, ты, конечно. Пока я тут пока рыбачил... Тут, конечно. В своих воспоминаниях, Ваня. Значит, смотри, что я хочу вам предложить.
Сейчас, когда рыба, значит, сейчас я что-нибудь тоже расскажу, хорошо? Сейчас, секунду. Чтобы она уже раз и готова. Сейчас, одну секунду. О, Ванечка, да, кстати, вот так делали мама всегда, вот так надо взболтать, и потом помазать, она такой желтенький потом получается. Николай, да. Идите сюда. Давай хоть что-нибудь. Смотрите. Давай помажу. Вот, вот прям вот так вот, прям раз и аккуратненько весь... Его слоями, вот так, да. А в это время ты что-нибудь расскажи. Промажьте. Я с вами на одну секундочку расстанусь. Хорошо. Я объявлю о том, что у нас сейчас, друзья, небольшая, но важная рекламная пауза, после которой мы вернемся, и вы узнаете, что тыква в переводе с молдавского означает указка. Кто-то на работу побежал, кто-то собирает урожай, кто-то, а не я, брошу пить я с завтрашнего дня. Дорогие друзья, с Максом Первым канале у нас в гостях Николай Гнатюк. Дорогой Николай, а вот расскажите, вы, есть у вас какой-то увлечение? А, слушай, еще одна грустная история. Прекрасно. Да. Столько... Очень веселая программа. Да, очень веселая программа. Так, грустные, да. Грустные истории от Николая Гнатюка про рыбу. Пожалуйста. Заканчиваю 10 класс. И, ну, на рыбалку все время ходили. Этот дядя нас не очень напугал. Там еще были озера. А это, Николай, простите, это какой город? А? Подожди, это все-таки есть слова. Вот он, да. Подожди, вот эти все. Все-таки это Хмельницкая область. Хмельницкая область, заканчивается. Староконстантинов город. Очень знаменит тем, что когда-то Шевченко, такой поэт, лечил зубы, представьте себе, у деда Ленина. Вот представьте себе, это такая историческая история. Да, Ванечка, Ваня, надо смеяться, это очень серьезно. Там жил. Подождите, Тарас Шевченко лечил зубы у деда Ленина? Представь себе, Ваня, в городе, представь себе, Ленина был зубным врачом? Да, представь себе. Это много объясняет. Ну вот, видишь, Ванечка. Слушайте. Давай еще дальше тебе расскажу. Может, еще многие вещи. А, да. Ну, может, по какой-то линии там. Ну, вообще-то это историческая. По материнской линии, наверное. В общем, зубные врачи у Ленина были по материнской линии. Ну да. По отцовской были, если вы помните, начальник... Вот, посмотрите, вот сколько ненужной информации. В голове, да? В голове. Вот я... Вот мы уже давно не говорим про Ленина. И я все равно помню, что отец у Ленина был начальником симбирских гимназий. Детство, Ванечка, все запоминается в детстве. Да, так вот я в этих местах, о которых ты спросил, 10 класс заканчивал, вот ловлю рыбу, и так нам штук 10-15, так поймал уже все. И вот понимаю, что я больше сюда не приду ловить рыбу, потому что уезжаю поступать в институт там в Ровно. И все эти поля, как-то все это было грустно. И эта рыбка, я подумал, нет, я сейчас ее все выпущу. Серьезно? Да, да, скажу им пока этому озеру всех, ну они так... хвостиками мне помахали, ну, все это выпустили и закончил рыбалку. Прощание с рыбалкой было. Ну, в общем, да, Ваня, юношеское. Прощание с детства. Давайте ему поаплодируем. Это действительно грустный, но в то же время очень хорошая история, не знаю. Вот, ну хорошо. Слушайте, смотрите, что у нас получилось. Очень хорошо, на вид прямо. Вообще, конечно, рановато мы это все сделали. Это обмазывать надо через минут 15. А, и тогда оно будет легче... Ну, конечно. Ну, на самом деле... принимать, да-да. Ну, не, ничего. Симпатично. Просто наша... Главное, смотри, как красиво. Смотрите теперь, что мы сделаем. Мы сейчас сделаем вот да, так. Да. Это так вот говорили мне. Вот так вот мы это делаем. Исключительно вилка. Для того, чтобы пирожочек наш... И вилку задействовать как-то, правильно? У нас пирожочек-то такой... Видите, он такой простой. Это то, что может сделать себе каждый рыбак. Поход на берегу. Ну что, дорогой Николай, разогрелась наша духовка? Я думаю, что, наверное, уже в принципе, да? Пирог, да. Разогрелась. Я напомню, что у нас пирог у нас, в принципе, готов. Ваня, послушай, вот ты собираешься там во Францию, допустим, а вот там немножко рядом там Италия, да. И вот рыбаки, они только приплывают прямо с моря, и там все вот эти продукты, и я уж тут как тут. Привет, были продукты. Привет, ребята, они, да, и вот морские ежи. Прям их так они... Я говорю, да-да, open. Чук-чук-чук. Open? Да, да, да. А они же разрезаются, конечно, надо открывать. Потом, смотри, устрицы. Ох, Николай. Поэтому вот твое... Это. Вот это я могу... Я понимаю. Я могу... Вы любите? Ну, слава богу, да. А что такого? Устрицы. Да, да. Давайте мы поставим пирог. Открывайте, Николай, духовочку. С удовольствием. Поставим мы туда пирожок наш. Да. И пускай он стоит, Николай. Пусть стоит, да, наш пирожочек.
стоит, радуется пирожок наш. А я предлагаю, Николай, сейчас перейти к рыбешке. Ты спрашивал, что ты любишь в детстве? Вот я тебе сказал, борщ и рыба, потому что мы ее ловили просто, ну, ели, и уже привыкли, опять-таки, тоже к ней вкусно. А что может быть вкуснее того, что ты поймал собственными руками? А знаешь, вот чем меньше карасик, знаешь, такое, тем вкуснее. Вот это большой очень, ну так это, а вот там... Ну, как кожа у карасика-то такой? А ловили карпа, вот так... Ты что, серьезно? Да, конечно, Ваня, вот так вот, когда в ведро его вот положишь... Рассказывай, рыбака начинай. Не-не, Ваня. Когда ведро его положишь, и сверху на него сядешь, чтобы он пьется, и ты на нем. Подожди, хвост так вот свисал. А вот расскажите мне про то, как вы принимали участие в конкурсе в Германии. Вы после, что вы после, вы служили в... Да, в этом самом, в контингенте войск в Германии. Да, когда я служил в армии, этот фестиваль, шлягер-фестиваль, показывали, конечно, по телевизору. Вот я солдатам смотрел, и когда говорят, ну что ты там, я говорю, да ты не мешайте, я готовлюсь Спасибо. К этому фестивалю, я буду когда-то выступать на нем. И так оно и было. Я вот этот фестиваль очень хорошо знал, когда мне там Министерство культуры, ну, в Дрезден, мы никогда там не побежали, я говорю, вы не волнуйтесь, я очень хорошо знаю, что надо петь. И что вообще, вы пели? Что вы пели? Я пел одну песню «Ich habe as...» Господи, я забыл. Ну, неважно, это, наверное, мне это только приснилось, называется это перевод. И вторую песню я пел... В тот день, когда ты мне приснился, наверное, «Ich schlage nach...» Действительно, это было так. Действительно, было так. Я. Да. И вторая песня, это была... Я помню, это был тоже такой случай, где-то Давид Тухманов тогда жил, в общем, в каких-то лесах, дачах, он был, ну, и на сейчас великий композитор, он тогда Конечно. Был настолько знаменит, что это невозможно его вообще... По волне моей уже вышло. Уже вышло, да. И я каким-то, вообще, мне как-то секретно рассказали, на каком повороте, куда, какая сосна, где березы три, где... Я вдруг такие огромные... На какой сосне нажать? Огромные деревянные ворота, я нажимаю, ну, открывает Давид Федорович... Гнатюк тут, значит, он так знал там какие-то концерты. Я говорю, я понимаю, что это странно все, но я еду в Дрезден, и я должен там вообще это, и вашу песню вот на немецком переводим, а вы делаете аранжировку. Да-да-да. И, кстати говоря, без всяких денег, без всяких чего, он сделал гениальную аранжировку. И вторая песня была «Их танцы Герна», она называлась. То есть я, ну, я танцую с удовольствием, я типа, танцую, типа. А помните, мы, ну, какой-нибудь хотя бы четверостишь, даже не спойте, просто... «Их танцы Герн, их сгали сложно фэн». Нам-пам-пам-пам. Habir das alles nur geträumt in einer Sommernacht geträumt. Это вот первая песня была такая. И вот на конкурсе я пою и получил гран-при. Па-па-ра-па-па-па-пам. Аплодисменты. Хочу вам сказать, что сковородка-то у нас маленькая. Не поместится эта рыбка. Пачка, не всю пожарим. Две пожарим, одну в следующий раз. Не всю? В следующий раз? Нет, дорогой Николай, так не выйдет. Вы уж уходите, пожалуйста. Так не выйдет. Вот то, что вы говорите, так не выйдет. Хорошо, Ваня. Сделай, как ты считаешь. Сейчас, ну, все сейчас будет. Рыбка у нас. Пусть потеснятся. Они, когда пожарятся, они станут чуть уже. Знаешь, Ваня? И они там найдут место. Давай, все уляжется. Все уляжется. Да? Ну, давай я буду туда... Давайте. Можно? Можете закладывать аккуратненько. Так. Давайте попробуем. Eins. Давайте. Так. Two. Смотрите, вы на разных языках. И на третьем. Tre. Eins, two, tre. Tre, итальяно, да? Итак. Uno, due, tre. Да. Си. А вы на итальяно си. Итальяно си. Да. Сколько языков? Не, Ванечка, особо нет. Но немецкий, конечно, я так разговариваю, в принципе. И английский такой. I'm sorry, I know. Я не должен здесь ничего говорить, да-да-да, на английском, да. Так что, Ванечка, с языками не особо, но так, кое-что. Смотрите, на всякий случай, мы сейчас еще сверху рыбку, я предлагаю прямо вот так вот. Прямо вот так вот, чуть-чуть. Мы посолим сверху прям. А надо сказать «I know». Ох, как вы! Конечно. Ну, Николай. Конечно. То есть я вообще тут волнуюсь, видимо, с тобой. Да перестаньте. Что когда вы расскажите, вот когда вы слышали про две звезды, вот про эту историю, которая сейчас... Да, вы же с нашей... Недавно была у нас в гостях Наталья Варлей. Да. Ну, расскажите, как вот это? Вот как это вдруг? Почему? Ну, даже не знаю, как эту нить протянуть. Я думаю, что сыграла роль концерт Добронравова, был авторский. Угу. И вдруг я появился там на Первом канале, ну... Такой нормальный, трезвый, так сказать, побритый. И да, видимо, обратили... Что уже немало, трезвый
трезвый, красивый. Да. И, видимо, смотри, видимо, редакторы вот, программы как-то меня увидели, что, что ничего, наверное, в двух звездах мог бы. И так пригласили. Ну, конечно. Здрасте. Ну, если не вы, то кто? Дорогой, вы мой, хватает, Николай. Вань, ну, кто представит легендарную советскую нашу эстраду? Ну, кто? Ну, да, это было... Я вообще думаю, что это какое-то чудо вот в моей судьбе, и справедливость некая восстановлена. Две звезды, конечно, это такой подарок прям небес. Ну, расскажите, вот вам же приходится там петь песни не трудно, только... Трудно, Ваня, очень трудно. Трудно, да, правда Ваня, это невозможно трудно, потому что репетиции, все вживую, грим, опять следующая репетиция, опять запись, и потом жюри, это же напрягает. Хотя в основном справедливо все, так если разобраться. Да, то есть судейство справедливо. Не, ничего, правда, ну почему, там... Потому что волнение. Потом, знаешь, какой еще момент? Вот, допустим, я почти ни в одной тональности не мог петь, которая мне удобна. Да. Что, да, потому что Наташа, и вот надо так, мне или выше надо петь, чтобы она могла, или ниже. И то есть нет. Потом, потом дуэтное пение это... Ты не можешь себя выражать, как ты чувствуешь, потому что ты понимаешь, что рядом еще человек. Ну, в общем, это не так просто. Не так просто, но интересно. Знаешь, что я хочу сказать? Дорогой вы мой Николай. Вот вы же, для вас Одесса, город. Многое значит? Очень. А вы понимаете, что у нас сейчас абсолютно одесская картина? Мы с вами жарим рыбу на сковородке. Да. И посмотрите, какая у нас рыбка. А рыбка поместилась вся, видите, как славно. Помещается рыбка, вот она прямо... Все. И больше бы никак, видишь, не поместилась. Нет, сейчас, пускай продолжает жариться. Ванечка, ну что про Одессу ты хотел, солнечную? Я бы хотел, ну, Одесса для вас... Ну, важный город, безусловно, Ванечка. Меня в Одессе приняли в Одесскую филармонию вообще. Ну как, солистом, оркестром. Мы одесситы, но это вообще было немыслимо. А увидел просто вот так вот объявление. Требуется там солисты, вокалисты, оркестр, мы одесситы. Я думаю, не меня ли это вообще зовут? Да-да-да. А у меня была на руках трудовая книга, потому что там я только закончил институт. Буквально как бы и там ехал, неважно, преподавателем в училище одно, но это не важно. И я с этой книгой прямо в отдел кадров. И говорю, я прочитал у вас объявление, там требуются солисты, вот я пришел. И такая здоровая тетя так смотрит на меня, улыбаясь, и говорит, прямо с трудовой книгой, прямо в отдел кадров? Я говорю, ну а как наниматься на работу? Ну, вы, говорит, хотя послушались, ведь это про вас кто-то берет вообще? Что значит, вы пришли в отдел кадров? Очень самоуверенно так, да? Я говорю, да. Я говорю, да, ну, конечно, говорит, вы хотите в оркестр? Они говорят, сейчас как раз репетируют. Я говорю, а где это? Ну вот, вот туда, в зал, там огромный зал, прекрасная филармония, да, Одесская. Одесская. Да, да. И то они репетируют на сцене, я прихожу там, и Паша, помню, Паша очень хорошо мне там поиграл быстренько на пианино, на рояле, наверное, несколько песен. Они так все в зале, я там что-то пою. Буквально это 5 минут каких-то было, 10, ну 15. А, и слышу такой полутемный зал, говорит, мы вас берем. Идите в отдел кадров. Я говорю, я уже там был. Они говорят, ну еще идите. Я пришел к этой тете и говорю, ну вот видите, я же к вам не зря приходил. Она что? Я говорю, ну меня взяли, вот вам трудовая книга. Вот так. Дайте поаплодировать, друзья, этому рассказу. Вот так. И не надо, надо быть уверенным в себе. Николай, оставлю на секунду у вас сейчас следить за рыбой. Держите. Держу. Флаг Одессы? Да. Ну, практически. Практически. Да, на якорь, правда, немножко. Смотрите, чтобы не подгорело. На секунду, все. Друзья, у нас короткая реклама на Первом канале, после которой мы вернемся. Вы знаете, что спаржа в переводе с хорватского означает «веселый массажист». Господа матросы, ну а для тех, кто не хочет пробовать комиссарского тела, для вас в нашей кают-компании фуршет, коктейль-бар, ну а после ужина танцы. Всеволод Вишневский, оптимистическая трагедия. Дорогие друзья, смак на Первом канале, у нас в гостях сегодня Николай Гнатюк. Дорогой Николай, слушай, так я вернулся, а рыбка-то уж готова. Да, ждет. Ждет? Давайте мы ее, знаете что, мы ее переложим сразу. Ожидание. На тарелочке. Мы ее... Зал ожидания. Сразу, на тарелочке, сразу. Да. Дорогой Николай, сейчас, секунду. Все, все, так, молчу. Так. Давайте ко мне тарелочку. Тарелочку даю немедленно. Оп. Опс. Сюда же еще одну, да, наверное? Или все три? Вы же две будете. Это Николай, тебе. Вы же гость. Это тебе. Вот так. Мы разложили рыбку. Все. Позвольте ли мне к рыбке вам сейчас... Вот что бы вы хотели? Видите, у нас есть овощи. Очень хорошо. Вот редисочку. Хотите редисочку? Да, да, да. Тоже вот из детства так вырвал, знаешь так. Ну, подождите, давайте мы хотя бы редисочку. Мы сейчас ее приведем. Смотрите. Порядок. Приведем для порядок. Еды, да. Вид. Съестной вид. Так. Санечка, вот тебе вот так вот. Ну, все.
Еще точно так же огурчики, одно из любимых. Смотрите, 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 Николай, ну, посмотрите, что я вам предлагаю. Ну. Посмотрите, что я вам предлагаю. Сервира дизадуш, как говорят в Португалии. Да, да, да. Ну, у нас же такая свежая, свежая. О, смотри, как здорово. А вот если вот... Огурчик, кстати, замечательный, видишь, какой, Ваня, огурчик. Вот это вообще еда, супер еда. Вот так. Ну, у меня умер сервировщик великий, по-моему. Какое-то солнце какое-то. Николай, а я вам задам вопрос, который задают обычно многие люди, учащиеся школ, профессиональных технических училищ и техникумов. А компот, Николай? А компот? Подождите, у нас еще компот. Да, и пирог. А пирожком чувствуете, пахнет? Пахнет пирожком. Кто ж не чувствует, Ваня? Вся студия уже изнывает. Где пирог? Ой, где пирог, а где пирог? Вовремя, кстати, не только включить надо, выключить еще и вовремя, Ваня. Я бы сказал, вовремя достать. Или достать. Так, посмотрите. Ваня, а ведь правда, смотри, как красиво. Ваня, а ведь правда, посмотри. Ну, видели. Это чудо. Ваня, чудо, правда. Я додержу, чтобы он... ну, Ваня, вот и все. Все, я не понимаю даже просто. Как по-другому. Конечно, надо ему сейчас дать остыть, пирожку-то нашему. Ну, да. А компот? Подождите. Вот смотрите, что у нас тут есть. А компот? А компотик у нас. Ансамбль песни пляски военный такой. А компот? Смотрите, что у нас сейчас будет. Нет, казалось бы, да? Да, а ты вынимаешь это. Смотрите. О, Ванечка, какой... Прислушайтесь. Дождь, дождь. По листикам так ш. Опс. А теперь смотрите, что будет. Раз, два. И так сказать. Три. Наливаем. И четыре. И, дорогой мой Николай, апс, чуть-чуть, прямо с горочкой четыре. Прямо так. Дорогой Николай, прежде чем мы поднимем эти бокалы, я считаю, что должен на этой кухне, вот вы говорите, энергетика, должен зазвучать ваш голос, который эту еду... Ну, Ванечка, это... Эту еду сделает более вкусной и насыщенной, хорошей энергетикой. Для этого, Николай, мною была украдена гитара. Так. Из магазина «Музыкальные инструменты» Андрея Макаревича на Серпуховской. Так. И я с большим удовольствием, Николай, попросил бы под аплодисменты. Несмотря на то, что у нас пирог с сухофруктами, представим, что он был бы птицей. Понятно. То есть курник. И, конечно, наша любимая, Николай. Давай, Ванечка. Давайте. Аплодисменты, друзья. Николай Игнатюк. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звенем. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня, сколько в звездном небе серебра. И завтра будет лучше, чем вчера, лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Где-то гитара звенит, надежное сердце любовь сохранит. Сердце любовь сохранит. А птица удачи опять прилетит. Ти-ти-ти-ти-ти. Йоу! Вот так, друзья, Николай Игнатюк. Сегодня в смаке. Дорогой Николай, вы так все это приготовили? Что не по... Позвольте, за ваше здоровье, да, за ваш талант, компотику из сухофруктов. Да, очень здорово, кушать. Ванечка. Ну, да. И за тебя, дорогой. За тебя, любимца нации. Ой, замечательный компот. Замечательный компот. Подождите. Все, давайте, давайте попробуем. Может быть горячий, но это такое. Давай, уже. Держите, Николай. Ножик. Давайте попробуем. Вообще, рыбка-то как? Давайте. Ваша пойманная давайте. Рыбка там. Слушайте, ну рыбка... А что с ней может быть с рыбкой? Рыбка-то, вот она. Вот она, рыбка и рыбка, что ты ждешь от нее? Чтобы она была бараниной, шашлыком, не надо так ждать. Рыбка она и рыбка, и все, очень вкусно. Рыба, кстати. А сейчас я... Да, вкусно. Я очень люблю рыбки вот эту. А. Кость. Кость рыбки я люблю меньше. Меньше. Так. Ну вот, кожицу я эту люблю. Ну, что скажете? Нет, ну вкусно очень. Все, рыбка. Вот это я и хотел тоже. Очень вкусно. Это главное, же ваш рецепт. Главное, моя еда просто. Да? Да. И знаешь, Ваня, вот самое интересное, еще одну такую... Сегодня какой-то я странный, в смысле, насчет болтовни, но, конечно, не в этой программе об этом говорите. Вы уже не первый раз говорите не в этой программе. И тем не менее, как раз в еде особо
Вот вкусовых ощущений не надо искать. Не надо. Особо. То есть это, конечно, должно быть так нормально. Это про, но нашу, не увлека... это про нашу программу. Но увлекаться – это тоже очень такие тонкие вещи, которые, ну, да, вкусно, ну вот так, но не больше. Потому что, ну, человеческое существо, оно очень такое, ну, в общем-то, я думаю, что испорченное, в принципе. И как только малейший повод, я имею в виду вкусовые, они уводят и дальше. Николай. Да. Ну ладно, рыбка вкусная, это понятно. Вы уж поймали. Как вы поймали рыбку, так да. И есть. Да. Давайте-ка мы с вами пирожок попробуем. И, Николай, поскольку ваш рецепт... Ваня, очень натурально, кстати. Да, натурально. Кстати, когда не очень... Когда не очень вот это все расплывшееся, оно такое сохраняет, да, такое еще... А знаешь, что еще интересно? Мне очень нравится, что тонкое тесто, что вот диетически. Да. Знаете, вот мы смеемся, на самом деле, вот эта еда, которая именно такая и должна была быть. Да, она так и задумалась. Она соответствует всем нам, уверяю вас. Если бы что-нибудь по-другому было бы, она бы была бы другая. Дорогой Николай, у нас есть... Вот вы нас накормили. Я так понял, не очень вкусно, но... Очень. Ванечка, нет, вы зря. Насытно, Вы накормили нас по-настоящему. Вау. Мы дарим вам инновационные Николай изделия. Набор чаш. Ну все. Спасибо, для вас спасибо огромное. Это спасибо. Еще не все, Николай. Не все. Чтобы вам было о чем вспомнить на своей кухне, о нас, мы хотели бы вам подарить. Ой. Вот этот фартук. Да. Фартук. О, фартук. Есть майка. Это не майка, фартук, да, прямо? Николай, 2-3 стежка и будет майка. Как хотите. Спасибо огромное. Николай Гнатюк сегодня в смаке. Спасибо огромное. Я сейчас к вам вернусь, и мы продолжим завтракать. У нас пауза на одну неделю. После которой мы вернемся, и вы знаете, что фритюр в переводе с эстонского означает «свободная любовь».